Один из главных героев матча Магомед Алиев Яхья, вратарь команды Дагестан Б1 юноши. Яхья, поздравляю тебя, твою команду. Что ты скажешь об этой игре, об этом турнире? Спасибо за поздравления. Турнир, честно говоря, был хороший, впервые на Кубке РФС. И мы, как сказать, забрали кубок. Он по назначению был наш, мы за ними приезжали. На второе место мы, как сказать, целью не было, только первое было. С настроем победить приезжали, да? Да, настрой был победить. По финальной игре особо работы у вратарей не было. Там эпизодично вы показывали себя и все. Да, команда большую часть держала мяч на поле, на половине соперника. И у вратарей, так сказать, моментов не было. Где как, были два удара в створ, но их тоже поймал. Они не такие уж сильные удары были. Ты знаешь, экстра-класс, профессионализм вратаря проявляется, когда в нужный момент он показывает себя. Да, в серии пенальти самый ответственный момент, первый удар соперника ты отразил, поймал намертво, очень уверенно. К этому пенальти ты как подходил? Ты знал, куда будет пробивать нападающий? Я не знал, куда будет он пробивать, но я был уверен, то, что я вытащу этот мяч. Я должен был его вытащить, чтобы в дальнейшем замотивировать команду. Когда игрок подходил, ты уже заранее выбрал угол, куда будешь прыгать? Или по мячу ориентировался? По мячу ориентировался. Ты дал нужный импульс команде, команду взбодрил. Я думаю, когда первый толчок получает команда, дальше идет все легко. Да, главное замотивировать. Мотивация – это очень сильный толчок для команды. Яхья, я поздравляю тебя, свою команду. Желаю вам дальнейших успехов, развития. Было очень приятно следить за вами. Спасибо большое.